Консультативное заключение по МРТ пациента 46 лет, выполненного 3 июня 2019 года. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга ПТ1 и Т2В, плюс контрастирование ДВА и АИДС. Найдены множественные очаги по типу демиелинизации до 10,5 мм. Очаги преимущества перевентрикулярные. Инфратенториальных очагов нет. Контрастирование очагов не отмечается. Желудочная система сформирована правильно. Начальная гидроцефалия лейкомаляцией. Субарахноидально-ликварные пространства по конвесиктальной поверхности больших полушарий несколько расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз обычных размеров и структуры. Патология мозгово-мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область и структуры задней черепной ямки без МР-признаков патологических изменений. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. Проекция мозгово-мозжечкового угла, корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметрично, не утолщены. Заключение. Демиелинизация. Очевидно, рассеянный склероз вне фазы активности.